Уберисы эвакуируют. Я ехал, их цеплял этот, ну, эвакуатор, он впереди тащит. Потом я останавливался же там болотном. Борщец хлебал, и вот видите, сейчас их догнал. В общем, не знаю, мне пока никто не перезванивал больше. Ну, тут, короче, я подумал, и мы решили. Раз не перезванили, поеду я сейчас в почтовый ящик, закину бумаги и поеду к ним туда, на фирму. Кстати, это Опи снова. Видите, да, вот возле мостов не замерзает нифига. Ни одна речка. Соль сыпется с моста. Теплая. Когда его чистят. Это. И поеду туда к ним. Раз они звонили, значит, что-то они там же мутят. Поставят под погрузку, пускай грузят. Не поставят, там прямо у них и переночую. Даже если сегодня и приеду, все равно меня сегодня не загрузят. Вообще там что-то, я так краем уха услышал, что там еще Красноярск. У нас что там, заборничок намечается? А, мне пофигу, я бы еще... Можно, начиная с Красноярска, в каждом городе разгружаться по чуть-чуть. Торопиться все равно некуда. До Нового года все равно не успеваю никак загрузиться. Так что едем сейчас. Идем до упора. По объездной. Со стороны Омска зайдем. Уйдем в сторону Новосибирска. Там на Толмачевском кольце кинем этот эти документы. Там стоянка возле Толмачевского кольца. И поеду потом туда, на станционную. Сейчас время без 23. Пока закину бумаги, ориентировочно к 4 к ним приеду. А там пускай как хотят. Хотят, начинают грузить, не хотят, ну не грузят, бог с ним. Там у них на территории прямо я останусь ночевать. С фирмы тоже ничего у меня пока. По Минску без 20.11. Никаких сигналов, СОС, никакая дубинка с телефона, а, давай, давай, ничего, молчат. Магнитик что-то тут поломался, что ли. Кто-то не дождется вовремя подарков, заказанных на Валбересе на Новый год. Сломался ман. В любом случае, сейчас надо подать другую машину, как-то его перегрузить, а не куда сейчас. Может быть, сейчас эвакуатором и заволокут туда, вот на Валберес. Там перегрузят, а потом на сервис потащат. Не знаю. Но все равно уже задержка идет. Однозначная. Бывает, эта техника, и она имеет свойство ломаться. От 100 тысяч рублей он в Валбересе готов платить. Вы готовы ездить стоя? Да, тогда вам сюда. Поедем до Омской развязки. Сейчас будем в Новосибирск уходить. Вот, по 254. И мы как раз туда на станционную выходим. Сейчас запросил, может, все-таки я доки потом сдам. Сейчас
просто мимо загрузки буду ехать, ты что, можешь заехать, загрузиться, а потом уже доки забросить. Разница-то какая? И Валберес туда же. И Валбереса туда же поволокли. И этот, который тут всю колейку держал, он тоже сюда поехал. Значит, дальше будем медленно ехать. Съезжу, документы отвезу. О, смотрите, как у него там все бегает, какие полоски бегающие. Детский сад, ё-но, дошкольная группа. Не, какая дошкольная, ясельная. Make me stronger, more. Stay a little.
Никогда этой дорогой в Новосибирск не заезжал. Кажется, прямая дорога же есть на этот. Ну, мне же давно об этом говорили, балбесы, на станционную. Я все там через зоб с чигирями какими-то. О, смотрится как. Как красиво. Сейчас хоть не бегает, не моргает. Нажмет на эти мигающие, и все, и они так по глазам режут, как вот противотуманки, если задние запалить, то же самое. Сейчас будет тормозить, посмотрим, будет эти полоски бегать. Ну, поворотник точно бегает. Ну, детский сад, ей-богу. Может, кому-то, я ж ничего не имею против. Я высказал свое мнение. Оно может кардинально отличаться от мнения других людей, но оно мое. Человеку нравится, ради бога. Единственное, что я не воспринимаю эти мигающие, потому что они мне бьют по глазам. Когда за ним идешь, и он тормозит, и они начинают это мигание перед глазами. О, Новосибирск. Здрасте. Кстати, знак висел, грузовым запрещено сюда. Ну, если так, слово пришлось. Я так понимаю, что... Не так уж оно и запрещено, но... Еще фишка в том, что мы сейчас будем... 4 километра мне до загрузки осталось. Мы будем ехать мимо моей фирмы в почтовый ящик. Я потом съезжу уже с вами. Вот аэропорт Толмачево прям. Нам туда и надо. В ту сторону. Что? Тормози, коллега. Мы посмотрим. Ну вот. Представьте, как вот эта нижняя полоска, да, ночью, когда темно, вам будет бить по глазам. Она сейчас раздражает. А ночью я не понимаю вот этого. Сугроб заехал. Бывает. Поворотник не увидел. Используйте эти съезды. А здесь уже все. Здесь уже конец зоны всех ограничений. Здесь уже грузовикам можно. Большая улица называется.
честь. Мне сейчас только этот ролик скинули. У меня, оказывается, мой кот. Мой любимый кот. Мой фанат. Сейчас ставлю вам его. Тяжелый год. Что-то мне эта песня Слепакова вспомнилась. Был он тяжелее, чем тот. Неожиданно нам всем. Клянетишь. Много он принес проблем. Да вот папа в окне сидит. Тиша внимательно смотрит твое видео. Замерзает сразу. Как вам? Обалдеть. Сидит, в этот, лежит на полу, в этот экран телевизора смотрит. Офигеть. Хороший мальчик. Он меня просто там увидел, он скучает по мне. Он только делает вид, что он меня не любит. Так, у нас с ним полное взаимопонимание. Только на руки не бери. Терпеть не может руки. Прибываем. Мы уже на второй станционной. Сейчас переезд проедем. И мы практически на месте. Ну, буду знать, что здесь, оказывается, с этой стороны можно ездить. Что-то я как-то без задней мысли. О, нифига себе. Да, в канале. Привет, дружище. Я подписан на тебя. Как дела? Как сходил в Красноярск? Привет, привет. Да отлично. Вот в Новосиб на станционную грузиться еду. Ой, а выздоровел, нет? Да, да, все отлично. А ты на чем? Просто проехал, я что-то не заметил. Ее сейчас. Где мы с тобой можем сегодня встретиться? Надеюсь, в Новосибирске будешь? Да, да, я вот еду на вторую станционную грузиться. Еду грузиться вот здесь, вторая станционная, где в прошлый раз грузился на Читу. А, то есть на второй станционной будет грузиться, да? Да, да, да. Ну, давай, до встречи. Увидимся через часок другой. Давай, давай, удачки. Нифига. Приятно, правда? Видите, ехал раз. И здесь человек, подписчик, коллега проехал. Хорошо, что тут делается на второй станционной? На второй станционной там катастрофа, там, смотрю, все заставлено. Одних кубиков, наверное. Тут вторая база кубиков, можно так сказать. Или нет? Но то, что машинами здесь все заставлено, то это факт. А наша есть? Сейчас посмотрим. Если тут наших нет, этого не может быть. Так не бывает. Так, маленькие с этой стороны заезжают. И вроде один стоит. Не, наших нету, там какие-то рефы стоят. Ладно, сейчас узнаем, пойдем. Туда заезжать сразу не буду. Вот здесь машину поставлю, пойду пешочком пройдусь. Если что, вот здесь же и буду ночевать. Пока пойдем сходим. Пробьем почву. Ну все, разобрались. Ни одной нашей машины нету, ничего себе. Вот эти
Нижегородские оккупировали Приволжье Транс. Конкуренты. Ну, видите, стоят на КамАЗах. Сказали, в общем, стой здесь за складом, где стоишь. Может быть, позовем сегодня, может быть, нет. Наше дело маленькое. Сказали копать, будем копать. Сколько копать отсюда и до обеда. Будем отсюда и до обеда. Главное, что я обозначился, что я здесь. Все. Пойду сейчас уже раз пока на улице, пойдем возьмем омывачку. Видите, как у нас опять тут все. В каком все неприглядном виде. Какое все грязненькое. Номера хоть обсыпались, нет? Не. Клапан что-то стравливает. Видите, слышите, шипит? О, сейчас пойду с ручника сниму, поставлю, перестанет шипеть. Периодически так. У меня что-то бывает иногда. Раз я тут. Все, тишина. Ну, это нормально. Зимой, влага, когда... Все, тишина. А доки я потом отсюда съезжу, завезу, отдам, скину. И это уже когда загрузит. С приездом. В общем, ждем команды от Машки. Пойдем помоем тут все, чтобы красиво было, да? Вот Александр приехал, с которым мы разговаривали по рации. Ну, он тут сейчас за мной пришли по мою душу. Сказали, подъезжай. Я сейчас это... Я в курсе. Махаешь, на задом загоняй. Буду ставить под загрузку. А он сказал, потом подъедет, а мы тогда уже потом посидим. Спокойно поговорим как раз таки. О, нифига себе, вот коллега Приволжье Транс. Говорит, подписчик твой. Офигеть. Приятно. Я сейчас на его место буду вставать. Он сейчас документы заберет, отъезжает, а я на его место становлюсь. А сюда будет другую машинку ставить, ему нужно будет бок раскрывать. У него там железо какое-то, а мне сказали на место вот коллеги поставить. Давай, коллега, удачи.
Поехал, а я сейчас на его место буду становиться. Все, у меня уже пошел процесс погрузки. Понятно, что сегодня меня не загрузят. Они так это хорошо, тяжеленькая вот уже. Уже даже видно по машине. Хорошо передок пригрузили. Да, зимой это важно. В общем, грузимся. Фигачат там как умалишенные. 15 минут 9. Где-то в 7:30 я ходил, на 2/3 я уже был загружен. Ну так смотри, они меня сегодня загрузить хотят. Думаю, надо поужинать. Если часам к 10 загрузят, то может с Новосиба и выйду. Чтобы здесь не стоять, не ночевать. До какого-нибудь Машкова. Слышится? Ревут там, блин, погрузчики. Один подъезжает, второй уезжает. Молодцы. У нас две выгрузки. Первая в Красноярске. Ну там как выгрузка? Они часть выгрузят. Шуршат. Часть выгрузят, потом что-то догрузят. Одна и та же фирма. Ну, они сами между собой перевозят. Рядом со мной это осталась одна машина, Делка. Он уже зашторился, спать лег, они там что-то ему стучат. Вот, и все остальное мы уже потом повезем в Читу. Выгрузка в Красноярске у нас по графику 23-го. Если сегодня загрузят, то очень даже будет и хорошо. Будем ужинать. Братцы, 10 минут 11-го. Видите, что мы делаем? Мы едем. Я охренел. Все-таки меня сегодня загрузили. О, а да, помню, здесь такая, оп, оп, такая хорошая, хороший такой горностай. Вот. Загрузили где-то около 9. Ну, все, как бы я это, огонь. Завожу машину, нагрузку по осям посмотреть. Смотрю, у меня 10,8 на вторую. Блин, говорю, это уже много. Что делать, а там, ну, уже я, конечно, не снимал, это все равно темно. Машина, как всегда, поверх забита. Я это, блин, ну там, говорю, спереди, я видел, спереди там палеты ставили. Давайте палеты, это, один палет сейчас бок расчехлю, один палет сбоку достанем и как-нибудь его там назад поставим. И все, я им говорю, мы разгрузим. Палеты, правда, они такие не тяжелые, где-то килограмм по 400-450. Я говорю, ну как раз это 10-200 у нас будет, там 10-100, 10-200. Если мы отсюда снимем, назад поставим. Да это уже нормально. Ну все, ок, короче, разобрали. Начинаем тянуть палет, а там на этот палет они еще там сверху какие-то тюков накидали. Вот так-то он вылазит, он упирается в доску. Палет. А это, а на досках же у меня стоят эти, ну вы в курсе, эти дополнительные эти, пришетка, чтобы не распирала. То есть поднять, надо чуть-чуть доску приподнять, буквально там сантиметра 3, может 5, приподнять вверх, и тогда получится доску достать, ну, доска приподнимется, и тогда палет получится вынуть. Руками не получается. Берет погрузчиком парняка за эту доску и вверх ее. Ну все, приподнял, все, доска там пошла вверх. Палет достали.
Все, назад там, сзади там немножко шашки поиграли, все сманеврировали, все поставили. На весы смотрю, 10,2. Норм. Головой уже все, бок зачехлил обратно, все, уже пломбу собрался вешать. Что-то к машине подхожу. А, уже это, я шел перчатки ложить. Голову вверх задираю, еще не понял. А у меня сверху торчит что-то вверх. Короче, он когда вверх поднимал доску, а пришетка ж моя на досках, вот эту дополнительную обрешетку он вверх и задрал. И сантиметров на 5 сверху в крышу вылезло. Короче, тент пробило, вылезло наверх. Ё-моё! И пошел молоток, достал там пацану на погрузчике. Говорю, подъедь, подними меня, я ее назад хотя бы вниз забью. Он меня поднял, я по ней стукаю. Нифига, вниз не идет. Ну, уперлась во что-то. Ёпарасете, короче, опять расщепляю бок. Только борт открыл, она вот внизу там уперлась. Короче, борт открыл, все, раз эту пришетку внизу. Дырка-то сверху осталась. Но она как бы с самого краешку там. Сейчас не критично это все, сейчас дождей нету. Ну, в общем, при случае надо бы заклеить. Боюсь, так как я все это дело у меня происходит, клеить я и так и буду в Минске, так и буду я с этой дыркой ездить. Посмотрим, в Красноярске выгружусь. Короче, я это все сейчас везу в Красноярск. 20 тонн загружено, 5 там всякой всячины, я понятия не имею, чего там ТНП написано. Послезавтра мы в Красноярске должны это все дело выгрузить. И там же нас уже загрузят на Читу. Вот такой вот. Такая вот рокировка. Надо будет... Я так не знаю, где тут можно этот тент заклеить. Я понятия не имею здесь. В европейской части я знаю. А сейчас еще зимой тем более. Но только где-то в Красноярске. Надо у мафиозы будет. Завтра спрошу у него. Где мне эту дырку заклеить? Может, подскажет где-нибудь, он же там все знает. Вот, так что такая вот фигня получилась. Это все спешка, это вот все бекон, бекон. Это парнишка, который грузил меня, ну там типа бригадира, говорит, ё-моё. Машина вообще внепланово сегодня, машина на завтра. Говорит, давай, а у него, говорит, у меня рабочий день вообще, говорит, 6 заканчивается. Ну, сейчас сами понимаете, предновогодний аврал. Всем все надо. Говорит, мы, говорит, там, я уехал, Делка еще грузит до сих пор. Говорит, работаем до последнего, потому что тут, говорит, столько машин в день отправляем, ну, сколько раньше, говорит, в неделю отправляли. Предновогодний аврал. Начальство, говорю, давайте я там часов 7 закончу, потом завтра утром приеду, догружу. Нет, заставили, представляете, сегодня загрузить. Вот. 10,2, ну это у меня уже, видите, это у меня с полными баками. Почти полными. Нормально. Зато будет, если снег пойдет, а сейчас что-то тут... Снег, я смотрел по прогнозу, сегодня весь день, всю ночь снег будет идти. Но у меня тут 10,2 на вторую и 19 на телегу. Еще лучше разрисовка, чем тогда была. Мне страшен теперь серый лоб. Сейчас заболтал я вас здесь. Еду опять сюда, вот в эту сторону. Мне же надо еще документы оставить. Ну, сейчас вот здесь вот документы оставлю. В ячейке в этой. И это. До Машкова сегодня поедем, брат. Ну, я думаю, на Рубин сегодня, где там хорошая стоянка. Туда. Пока я туда приеду,
Соваться смысла нет. Она уже будет забита. Там еще две есть в Машково по дорожной сети. Куда-нибудь, в общем, в Машково заткнемся. И все, и спать. Видите, какая метель опять началась. Завтра уже все остальное. Кемерово, горки, все дела. Может, там не будет завтра снега. Толмачевское колечко. Аэропорт. Интересно, аэропорт работает сейчас в такую погоду или нет? Такой снег идет. Видимость там, потому что тоже какая-то, да, там видимость там сколько-то метров, и все, нельзя на посадку там заходить. Вечером летали самолеты, я видел. Думал, сегодня будет день такой, на расслабоне буду там в носу ковыряться сегодня. Целый день приеду тут, выясню. Кстати, Александр приезжал, подъезжал еще раз, говорит, поехали кофе попьем. Я говорю, ну не могу я. Видите, заставляют работать, не дают отдыхать. Все, говорю, в следующий раз обязательно попьем кофе. Забежать, занести.
есть, и документики отдать и вперед. Ну пойдем посмотрим, где это и что это. Вот примерно мне куда-то вот сюда. Я, как я понял. Да, оплата парковки. А, вот точно. Оплата парковки, второй этаж. Вот. Смотрите, видите? Кубики. Наши точно. Миссура Алексей, да. Все. Я оставил. Я думал, тут закрыто. Чисто сюда, тут все открыто. Ну да ладно. Ну все. Все, значит, все. Поехали. Они здесь перецепляются, эти вот пацаны тут. Эти рев ревут тут. Видите, место есть на стоянке. Так-то я тут ночевал. Лучше коллеги стоят, примут. Блин, такой снег валит. Ладненько. До Машкова как-нибудь дошлепаем. О. Дафа. Кажется, это не наш. Не, не наш. Тоже номера московские. Очень похож. Слава Богу. Петрович. Кафе тут. Такая лажа. Сил просто нет. Все, погнали. Хорош тут ходить уже. Ехать спать надо. Уже спать должен, еще все хожу тут. Ничего такой, расслабленный денечек сегодня получился. Причем с перебором даже. Попробую сейчас встать. Вот здесь, с правой стороны. Показывает именно вот это вот кафе. И там же дальше тоже дорожная сеть вроде бы есть. Вон Максим этот. Ну что-то возле дороги совсем не хочется стоять. А у них там есть дорожная сеть? Кафешка возле дороги, она типа по дорожной сети. Вот это вот. Биг Босс идет. Ну да, судя по походке, да. Приоритет кафе «Тройки» работает. Дорожная сеть есть у вас? Да, есть. Прямо возле
Что-что? Рядом сиденья белые. Ну. Приезжали какая-то собака, колли. Не-не. Собака, колли. Там ман, там лев нарисован. Значит, здесь тоже дорожка есть, отлично. Сколько же, да? Да. Вот рядом с желтой КамАЗом. Хорошо. Поближе приближаться к нему. Добро. Это сам. Снег так и валит. Ехать в этот, вот, на Рубин смысла нет. 12 часов ночи там 100% мест не будет. Становимся, в общем, здесь. Как-то я тут раз ночевал. Еще на Скании. Все, и никаких этих самых телодвижений. Глушим машину и спать. Аварийки включил. Нифига, рожки залепило снегом. Нифига не. Куда ее там толкать, эту машину? КамАЗа б не затолкать бы его. Ага. В ямку попал. Разгончик надо. Говорит, поближе, ну не... Что мы с зеркалом этим КамАЗовским не поехать? Куда еще ближе-то? Ближе-то уже и некуда там. Если там КамАЗик кто-то есть, он не вылезет с этого КамАЗа. Я нифига там сзади не вижу. Хорош. КамАЗ он короче, чем я. Идем посмотрим. Там человек хоть вылезет из машины. Подогнал так близко. Не, вылезет. Вылезет, вылезет. Ну, там есть, там, там свет горит. Ну тогда все. Глушим светло, закрываем все реки, можно сменой. Страна завершения. 738 километров. И спать.